классная бабца. Фу, какая прекрасная вот эта бабца. Это кто пишет? Женщина классная? Ксюша 1501, походу, вообще лет 15, я так предполагаю. Спасибо большое. Как вы считаете, у Феди вообще были чувства к... Думаю, что были. Вообще, я к Насте очень хорошо отношусь. И к Феде хорошо отношусь. У меня сердце разрывается. Настя вообще такая девочка замечательная. И Федька тоже хороший парень. Спасибо. А чего так рано приехала мама Клавы? Может, она еще и участница станет со своей внешностью-то? А вы смотрите эфиры. Дальше вы увидите. Дальше вообще увидите, с кем будет мама Клавы. Спасибо большое, что смотрите шоу ББ. Возьмите меня на Дом 2, я тоже дурочка. Что значит тоже? А что на Доме 2 не дурочка? Что значит тоже? Это первое. Второе, кто хочет на Дом 2, пишите, пожалуйста, Надежде Ермаковой. У меня все замечательные, правильно? Все потрясающие, замечательные, самые мои любимые. Внучка на вас похожа, круто. Спасибо. Хотя, мне кажется, не похожа. Мне кажется, она на маму похожа свою. Когда будут вести шоу Кадони и Черкасов вместе? Я думаю, что вместе это исключено. Мама Клавы будет съеба... Нет! Нет, что вы. Мы, конечно, люди креативные, но не до такой степени. С Должанским, что ли? Яна с Захаришом поссорились. Еще одна парочка, которая вечно ссорится, а потом мирится. Вы свою невестку любите, как приняли ее? Да, а что мне ее не любить? Ну, она мне ничего плохого не делала. Маму не видела, но с вами одно лицо, еще бы характер. Там характерец, мама не горюй. Еще 2 лет нет, а уже... А вам нравится мама Оли? Татьяна Владимировна? Да, мне, она классная женщина. 24. Хорошего вам отпуска, спасибо. Сколько мама Клавы выглядит лучше Клавы? Да нет, и Клава тоже хорошо выглядит. Что она сделала? Что она сделала? Сына у вас украла. Маше, господи, а Кириной маме? Ну, типа, потом скажу. Вся бабушка, это точно. Кадони на острове. Что вы? Кадони уже давным-давно уехал с острова. Это первый. Второй он уже в отпуске отгулял. Ну, потом. Почему сестры Бузовы не общаются? По-моему, общаются они уже. Я не знаю этих историй. Ребят, кто первый раз у меня в прямом эфире, напоминаю о том, что я ведущих не обсуждаю. Ведущие для меня – это статус неприкосновенности. Все ведущие для меня – это ой-ой-ой. Внука не... Что вы несете? Какого внука? Тут бы внучку, как говорится. Но Владушка успевает прям... Влад, он везде успевает, он уникум. А ты что за история вот эта вот? Этой маме взяла тирамису. Ага. Нам в номер просто... Это ты вот так в руках понесешь. Покажи, как красиво подают. Просто потому что нет даже тары. Я сказала, дайте так, я принесу завтра. Посмотрите, покажи. Ребята. Тирамису, как красиво. Десерт, тирамису, как подают здесь десерт. Это мы с собой Валюшке отнесем. Валюшка – это мама наша. Валюшенька, я ее называю Валюшенька. Моя рыбка ненаглядная. Видите, какая история потрясающая? Видите? А здесь кофе, зерна кофе. Я думаю, меня не возьмут. Ой, сейчас дайте понюхать. Ой, класс.
Да, это святая святых. Я думаю, меня не возьмут на дом 2, потому что я толстая. Зря вы так говорите. Угу. Я подавала заявку на дом 2. Обычных накачанных. Обычных не накачанных не берут. Извините, подайте еще разочек заявку. Могу почитать вас? Зря вы так думаете. У нас каждый ведущий профессионал своего дела, ребят. Ольга Бузова ведущая. Оля была в отпуске также. Лето же. Здравствуйте, Ноночка. Привет, моя детка. Как дела? Нон, правда, что ты это... Ну, как-то я там видела у тебя. Спасибо. Прекращайте мне эти истории. Да, десерт очень красивый и очень необычный. Сейчас я вам еще покажу вот так. Нон, ты меня извини, пожалуйста, я там видела, что ты беременная. Вот, смотрите. А вот здесь, вот внизу, кофейные зерна. Смотрите, какая штука прикольная. А Валюшка вообще любит тирамису? Я первый раз еще такое вижу. Ну, не знаю, но думаю, да. Вообще, да, да, эфир я сохраню, ребятки. Иосиф Оганесян будет ведущим. Скоро смотрите, да. Они уедут с Сашенькой, там у него будет стажировка полтора месяца. Но пока он еще здесь, он пока еще учится. Маргарита, передаю вам привет. Пока я здесь, диета отменяется. Я передумала. Ребят, буду заканчивать, потому что, как говорится, мы уже поели, пойдем. Наденем белые махровые халаты. Возлежание. И будет возлежание. Сейчас я включу свой любимый телеканал, пятый. Там идут детективы, которые я очень люблю. И все. И больше ничего мне в этой жизни не нужно. Завтра встречаемся в прямом эфире. Я вам дам знать. Вам придут оповещения. Поэтому я вас всех люблю. Целую. Всем вам хорошего четверга. Завтра. Что будет интересное, буду вам снимать и показывать. Делиться с вами. Всем пока. Ну, интересно будет однозначно. Я смотрю и след, и вот эти вот истории детективы. Целую всех, спасибо всем большое. Пока. Репка, моя репка. Всегда ваша, просто Наташа.